Ожесточенными столкновениями завершился накануне митинг в городе Местре лидера крайне правой итальянской партии «Лига Севера» и евродепутата Маттео Сальвини. Он приехал сюда поддержать кандидата от своей партии на пост мэра соседней Венеции на предстоящих 31 мая муниципальных и региональных выборах. Собравшиеся скандировали «Мы антифашисты» и, используя надувные лодки как щиты, попытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать Сальвини закончить свою речь. Но силы правопорядка в итоге оттеснили демонстрантов, применив холостые пули и слезоточивый газ. В результате столкновений никто не пострадал. Возмущение левых вызвали заявление Маттео Сальвини о возможном альянсе Лиги Севера с неофашистским движением «Дом Паунда».